Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Chronicles China. Продолжаем проходить эту игру. И в предыдущей серии мы, в принципе, вот тут остановились. Но они нас запалили, то что что-то тут неладное, потому что ихнего капитана замочил какой-то ассасин. И сейчас они на нас ведут охоту. И, как я вижу, сжигают весь порт. Или практически вот этот весь город, где мы были, для того, чтобы нас найти, нас убить, и даже не жалеют там детей, женщин, мужчин и всех других. О, нам новую вот так удали, то есть мы можем в подкате убивать, и как я знаю, мы вроде можем в прыжке убивать, а ну посмотрим. Ну, пока что я не знаю, потом посмотрим. Давайте сначала вот эту фигнюшку заберем, которая вот там у нас... Так, сейчас. Ну, в принципе, да, мы вроде в подкате уже можем убивать, это они прикольно сделали. И вроде в прыжке, как я читал перед началом серии, там у нас вроде объясняло... О, сейчас, смотрите, ребята, вроде в прыжке тоже можно. Да. И в подкате, смотрите. И плюс к тому это с одного удара убивает. Охренеть. Вы знаете, какая-то прям машина смерти нафиг. То есть... бегаем туда-сюда, в подкате, в прыжках всех убиваем, знаете, они как-то тогда внимание даже не успевают обратить, потому что мы их прям на кусочки разрубиваем. Смотрите, еще сейчас кто-то тут будет. Не знаю, наверное, они уже все убежали, боятся нас покинуть порт. Доберитесь до Ван Янмина. Охренеть. Так, ну вот этот чувак у нас сжечь до основания, видите, ребята? Так, ну как я понимаю, тут нам даже останавливаться нельзя. Вы видите то, что нам нужно просто бежать как сумасшедшие. Так, ага. А, ну все, то есть тут мы остановились. Я думал, нужно будет вот это много пробегать. Но, хотя нет, видите, даже вот тут это все продолжается гореть. Продолжает гореть, нам нужно это все быстренько пробежать, чтобы нас не убило, как только что. Потому что, если честно, даже не понял, что там и как было. О, мы прям на ходу всех убиваем. Ага, а я уже напугался, там прохода, то есть нету. Так. А вот этому чуваку пофиг. О, ребята, мы прям ниндзи реальные. То есть не ассасины, а уже ниндзи какие-то. Я прям прыгнул, я даже не видел этого стражника, но оказалось, что я прям ему на голову так приземлился и офигенно так как раз его убил. Я правильно бегу? Ну, вроде да. Вроде правильно. Ага. Да, замечательно, ребята, дальше бежим. Дальше. Побежали мы на каких-то кораблях нафиг. Так. Замечательно. И прыжок. И дальше. Ребят, я не знаю, за сколько тут вроде, знаете, чем быстрее ты проходишь миссию, тем больше тебе каких-то очков дает. И плюс к тому, тем больше тебе каких-то улучшений дается. А, я случайно нажал, если честно. Я даже не понял, что нам нужно. Так, сейчас. Ага. А сейчас опять наверх, да? Да. Ща, ребята. Ага, хрен тебе, не... Ух ты ж, паскуда. Так, ладно, сейчас, ребята. Это уже будет посложнее. Так, ну этого... О, нет, это... нам даже, наверное, не туда нужно. Смотрите, зачем я туда бежал, если нам сюда можно бежать их, наверное, просто. Ага. Как-то я, ребята, затупил даже. Ну я просто... Ты что, издеваешься нафиг? Ага. Просто даже не видел вот этот проход, то есть нам даже их не обязательно убивать, а мы просто можем вот тут пробежать. Замечательно, ребят. Опа, перепрыгивай, чтобы не сгореть вот там. На. И сейчас в эту... Ага.
Да, вот сюда. Вот сюда. Так, сейчас, ребята, сейчас. Нужно вот эту хрень забирать. Не знаю зачем, но я уже как-то привык, знаете, вот это все забирать. Опа. Ой-ой-ой-ой, у нас там все горит. Так. Сейчас, ребята, быстренько. Быстренько забираемся. Кораблей тут, конечно, куча. Так, сейчас. Сейчас мы его... Ух ты ж! Сейчас, ребята, я просто очень сосредоточен. Я смотрю, чтобы не умереть. Так, а сейчас нам куда? Охренеть. Как это даже, ребята, не понимаю, куда я бегу, но потихоньку я вижу смысл, точнее, какой-то нормальный путь, куда мы можем направиться, чтобы не умереть. Выход ситуации. И все, мы убежали. Фу, быстро. Все горит, все пылает. Это только чтобы нас найти, а они сжигают весь город. Дураки. А мы и так убежали, ха-ха-ха. Синхронизация, да-да. Сер, быстрый, нифига себе. А за сколько мы прошли? За 4 минуты 20 секунд? А, нет, мы прошли за 5 минут 49 секунд. Но быстрый, то есть у нас серебро. Увеличен запас шумовых дротиков. Ну, какой-то нам бонус дали. За то, что мы так быстро прошли. What happened in Macau was not your fault, little sister. This tiger, Chu Zhu, burned the port. He's known for his cruel deeds. We call him the demon. I know, Sifu, but we caused this madness. My desire for revenge did. I already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. Magister Ezio. A wise man, to be sure. Unlike our next target, Wei Bin. Wei Binya. The snake. The one who led the slaughter of our brotherhood, Sangyong's right-hand man. Yes. So, Wei Bin should lead us to him. Но риск But the danger is greater than ever. Они знают, что, на что мы способны, им нужна шкатулка. Шкатулка уже у нас, ребят. Secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone. I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Very well, Sifu. I will find you once Wei Bin is dead, and I have Zhang Yong's location. Ребят, не знаю, я не знаю, когда тут середина игры, когда тут конец игры, то есть видите, что одобритесь до ворот, зажгите 5 свечей памяти, ага. То есть тут много вот этих миссий, я, ребята, если честно, даже не знаю. А зачем? Ага, чтобы нас просто не заметили. А, то есть... Нам нужно прятаться? Или пока что нет? Почему у меня язык поменялся? А хрен его знает. А, так, сейчас. Бежим. Ага. А, позволяет срезать сетку. Ой-ой, да-да-да-да-да-да-да. Жопа нам, ребята. Или нет? Ага. Так, вот что нам нужно. Ага, ну я не знаю зачем. То есть вот это мы нашли. А хотя нет, вот нормально, мы сюда зато можем перелезть. И наверх, да, как я понял. Ага. Ай, ты ж нафиг профукал ножичек. Ага, вот так. Используйте метательные ножи, чтобы перерубать натянутые веревки. Ну да, я понял. Ой. А нам не сюда? Ага. А то есть, ребят, я не знаю, когда тут середина игры, когда тут конец игры. То есть, видите, что игра, ну, иногда бывают долгие миссии, да, я согласен. Но я, если честно, не знаю, когда тут будет конец, когда тут будет еще что-то. Посмотрим, ребята, честно, я не знаю, увидим. Ассасин золота. Ну да, мы же никого не убили. Ну... В принципе, очень даже все быстро прошли. Опа.
стражник с печалью. Так. Ага, вот я вижу, ребята, куда мы можем. Вот так. Опа, это что такое? А, это та свеча, да, которую нужно зажечь. Ага, я понял. Замечательно. Ой. Нет, твою мать! Сейчас, ребята. Ага, вот так. Вот это я и хотел сделать. А тут у нас ничего нету. Дальше мы можем сюда... Нет, к сожалению, туда мы не можем залезть. То есть мы сюда просто зашли, чтобы зажечь вот ту вещь. А как нам дальше? Например... Нет, хреновенькая затея была. А может сейчас он сюда подойдет, мы его быстренько зарубаем? Как думаете? В принципе, так оно и было, но... Твою мать! Я думал, мы сможем проскочить, чтобы он нас не успел заметить. Охренеть, это не очень круто, ребята. Жопа нам. Ну тут еще тревога 3 секунды, но мне кажется, нас... Хотя... А нам сюда нужно было? Ух, ладно, сейчас. Так, ребята, ну что, давайте попробуем какой-то другой способ. Хрен его знает, если честно. Ну и сейчас попробуем, что он будет делать. Будет сюда идти? Вряд ли. Ха. Крысы, какие в жопу крысы. Ага, я понял, смотрите, ребята. Ага, это как в ассасинке сделали, чтобы мы... Ага, вот сейчас я понял, ребята. Вот сейчас я понял, как вот это работает. А я парюсь, как нам вот это сделать? А это так просто, в принципе, оказывается. Ой. Давайте сначала вот сюда спустимся. Что тут у нас, метательные ножички? Замечательно. Ну тут слишком много вот этих стражников. Давайте быстренько... Ай, твою мать. Ну сейчас, сейчас, ребята, пускай он обернется вот так. Не вот... Да твои... Как он нас запалил нафиг? Ух, ладно, сейчас. Ага, ну спрятался я тут за дверью. Не знаю, что с этого сейчас получится. Ну вот так, да? Ну, дураки нас пока что не запалили. Ага. Ага. Ну, пока что не палят, то есть им помню, если честно. Ух ты, сейчас и назад, 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 назад. Вот это нам как раз и нужно. Замечательно. И вот это тоже. Замечательно. И вот это зажжем. Фу. Видите, ребята, там наверху куча вот этих... Ай, твою мать. Так. Так. И сейчас мы его... Нет, ой. Твою мать, как он тело запалил. Иди сюда, иди сюда. Ну, хотя бы нормально, нормально. Так, вот эту хрень. Так, замечательно. Я уже более-менее понял, что нам нужно. Тут есть что-то. Ага, тут мы можем вот так пробежать, нормально. Так, это что у нас? Захватчик. Я говорю, ребят, каждый раз нам более и более таких стражников дают. О,
Я надеюсь, я в правильном направлении иду. Ну, как видите, вроде да. Так. А как? Так, сейчас. Ага. Ага, понял. Понял, понял, понял. Еще раз. Impressive, Shao. You have a good grasp of this combat technique. Now finish your fall. Ага. Exemplary work. Here ends my lesson. Понял. Так. Зажжем. Нам еще мечки нужно тут взять. Их тут, в принципе, очень много. Ой, так, сейчас. Вот так. Замечательно. Дальше. Почти спалились. Я ща надеюсь, он сюда подойдет, мы его захреначим. Да твою мать. А, хреново, ребята, хреново. А он как знал, что мы там. Ладно. Сейчас еще раз что-то попробуем. Так. Это у нас идет сюда. Это мы собираем. И тут стоим, пока этот чукча не развернется. Давай уже. Ну вот. А то знаете, как всегда, он стоит, не разворачивается, а мы туда вылезаем, он сразу... О, ни хрена себе, ты тут, привет. Но как-никак, как-то мы его добили. Ага, если вы будете двигаться пригнувшимся, он вас не заметит. О, норм. Ух, ни хрена себе, чуть не спалились. Эй, да твою мать, да как он нас запалил? Ладно. Ребята, они мне надоели, я их просто убил. Как смог, так убил. Я не понимаю, почему мы сюда не можем запрыгнуть. Наверное, зато мы в предыдущий раз и умерли. Хотя, по сути, мы ж должны туда запрыгнуть. Потому что другого выхода у нас нету. Ага, охренеть, не тут. Боец золота, нормально. Ух, много у вас тут, конечно, стражников, как я заметил. Но идите вы в жопу, стражники. Так, опа. Соберите усиление Хеликс, чтобы заполнить шкалу Хеликс. Чего? Новое умение, ребята, какое-то? Или что это у нас будет? Позволяет быстро перемещаться между укрытиями, не попадаясь на глаза. Так, сейчас, ребят, я как-то... Ага, Хеликс рывок. Так, ребята, дайте-ка я... Пойму, что это такое, во-первых. Какой-то хеликс рывок нафиг. Вот так. Ага, то есть активировать его нужно и потом быстро перемещаться как-то каким-то супер скоростными рывками, как я понял. Это у нас там что такое? Вот тут, ребят, что это такое? Если бы у нас еще не полили. А, это то есть отвлекает, я понял. Ну, один пошел, другой сейчас нас запалит там. Давайте-ка мы так попробуем. Сверху их обойти. Ага.
Им и так похрен, какие нафиг хеликс-рывки, если вы видите, что им и так до одного места вот это все. Да вашу мать! Ну, эх, ладно, сейчас, ребята, сейчас я попробую. Ну хре там уже базарить. Я говорю, им так и похрен там вот это все, что они там между ними там проскакивают и на эти все рывки и прыжки как-то до одного места, если честно. То, что я сейчас понимаю, не нужно их всегда убивать, потому что они тело запалят и все. Ух, вашу мать. Ну а давайте попробуем вот эти. Ну, в какой-то степени это сработало. Вроде так оно и должно быть. Но и так нас сейчас запалят, наверное. Хотя. Так. И сейчас выкинуть его нахрен. Да не сюда, вот. Ага, вот так. Ну, в какой-то степени, да, это сработало. Нормально. Так, главное, сейчас не запалиться. Замечательно, дальше. Я надеюсь, нам в эту сторону? В эту. Я надеюсь. Ага, ну, тут спуститься, да, нужно. Тут вот эта хрень. Я сразу заметил еще вот там. Фу, ну, это эти рывки, ребята, всякие, вы видите, тут. Ну, чем дальше мы продвигаемся, тем новые способности мы и изучаем. И, наверное, вот это и уже около середины игры я не могу сказать. Мне нужно потом в кого-то будет, наверное, посмотреть, сколько там у него длится прохождение этой игры. Потому что я не хочу там, знаете, 30 серий или сколько даже больше на прохождение этой игры. Это, в принципе, будет долго, если честно. Потом еще другие ассасинки будут, это еще дольше. Наверное. Опа, нам это что, столкнуть нужно будет? Нет, убежать нужно будет. Ну, какой-то экшен, ребята, они всегда, видите, придают. Прикольно. А, и все, мы прошли. А, ну все, ребята, давайте уже на этом будем заканчивать. То есть, прикольно, прикольная миссия, если честно, мне в какой-то степени даже понравилась. На этом, ребята, мы заканчиваем. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться, поставить лайки, и также оставить свой комментарий. Я буду вам очень благодарен, если вы это сделаете. И все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.